Все эти люди, каждый из этих людей, миллионы судеб, разорванных войной, миллионы судеб, слившихся воедино. Все эти люди подарили нам это прекрасное, мирное небо. Ради них и ради грядущих поколений мы храним память об их подвиге. Память о той страшной ночи 22 июня 41 года. Первый из 1418 ночей войны. Брестская крепость. Первый рубеж обороны. Атака, которой никто не ожидал. Силы противника, превосходящие силы защитников. Все. Остервенелое, отчаянное, несгибаемое сопротивление. На группе Сидов, на группу Боголюбов, на Хайнову, мы приняли первый бой 22 июля 1941 года. Самый целый. Осталась последняя граната. Я умираю, но не сдаюсь. Осень 41-го. Черный ноябрь. В окопах под Москвой. Длинная, изматывающая, ледяная зима. Сама природа поднялась на защиту тех, чья земля оказалась в крови. Пощадная атака. Волга, объятая пламенем. Город, превратившийся в руины. Бессонные месяцы под неутихающим огнем. Начало конца фашизма. Чем яростнее сражались защитники,
тем ожесточеннее отвечали захватчики. Но первых согревала их надежда, вторых толкал вперед страх. Курская дуга. Скрежет металла. Пылающий август 43-го. Огненная черта, за которой, пусть и далекой, но уже различимый свет великой победы. Свет, который согревал людей в самые страшные времена. Все 824 дня блокады, каждый авианалет на Ленинград, каждый день без еды и тепла, в каменном городе сила духа и вера, одна только вера в победу. Победный марш. Освобожденной земле, шаг за шагом он приближал мир, в котором есть место для встреч, для объятий, для любви и для жизни. Радости. Время скорби. Земля должна помнить об этом вечно. Их жажда жизни, жажда справедливости, их любовь и их сила в нашей и в наших сердцах. Все эти люди, каждый из этих людей, их лица — это лица великой победы,
вечная слава героям и их бессмертному подвигу.